Как не допустить проникновения идей экстремизма в общество? Как сделать так, чтобы молодые люди могли отделить истинный ислам от терроризма? Об этом шла речь за круглым столом идеологии панцюркизма и панисламизма в России и мире. Молодые люди, влеченные романтическими идеями, могут всерьез ответить на призывы террористических организаций, в том числе и запрещенной в России ИГИЛ. Собравшиеся за круглым столом обсуждали не только смысл понятия пантюркизм и пан-исламизм, но и конкретные меры, которые должно предпринимать государство в нынешних условиях. В это трудное время очень легко молодых людей заманивать вот эту в рутину, в паутину ИГИЛ на идеях построения нового мира. Кто строил? Это революцию делали молодые. Или вот, скажем, БАМ строили молодежь, допустим. И много делается на порыве, на энтузиазме молодежи. И поэтому вот этот молодой порыв, энергия, энтузиазм молодых, конечно, надо направить в конструктивное русло, в русло построение, например, современной России, или вот отправить энергию там, в спорт, в культуру, в науку. Сейчас на первый план в России выходят национальные интересы и национальная идея как таковая, а дружба между народами и религиями вновь становится актуальной. В нашей республике проживают представители многих национальностей, которые Россию и Чувашу считают своей второй родиной. Наша земля Россия, мы должны зубами и ногами держать. Так что ни одного террориста, ни одного экстремиста, ни одного ваххабиста не должен на нашей общественности не должен присутствовать. И не должен на эту республику ходить. Кто ни был, хоть национальности этого террориста, экстремиста, национальности нету. Но мы во всех круг смотрим. Кто что-то не то, сразу обращаем внутренним органам, этого трехранительным органам. Но все же экстремистским идеям иногда удается проникнуть в головы молодых людей из Чувашии. В правоохранительных органах есть информация о том, кто пытается проявлять интерес к чуждым течениям. А для того, чтобы молодежь не ломала свои судьбы, нужно, чтобы она владела достоверной информацией о духовных ценностях мусульманского мира. Татьяна Молок, Алена Алтухова, Игорь Зверев. Республика.